как велась работа над озвучкой «Черной книги». Да очень просто. Год от года хуже. Год от года хуже. На момент записи Водянова у нас еще не было реплик Василисы, поэтому я вместо нее подавал реплики Владимиру Ивановичу Коневу, артисту, который озвучил эту замечательную роль замечательно. Здравствуй, водяной дедушка. Меня Василисой зовут. Знаю я, как тебя зовут. Я из тебя силы и рассол достану, и судом... Топни мне, что вздумается сделать! В моих-то палатах! Прячь свою книгу поганую! Радуйся, что нужна мне! Пока что!